Наука побеждать. Целый комплекс подготовки. Ключевое звено учения. Бобруйский район. Полигон вблизи деревни Каменка. 147-й зенитный ракетный полк отрабатывает действия в условиях, приближенных к боевым. Сначала молодые воины обучаются одиночной подготовке. После этого они складываются в составе зенитных ракетных расчетов, батарей. И в конце каждого полугодия дивизион выходит на полевой выход, который завершается проведением тактического учения. По сценарию неприятель угрожает лагерю с неба. Чтобы отразить возможную атаку, зенитно-ракетный комплекс «ОСА» приводят в боевое положение. Эта установка – главная ударная сила полка. Предназначена для обороны подразделений сухопутных войск, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения. Антон Мартынов, командир отделения транспортировки ракет. От слаженных действий подчиненных младшего сержанта зависит, насколько быстро ОСА начнет поражать вражеские цели. Я считаю, что сходить в армию должен каждый. Увидеть это, ощутить мощь, силу. Здесь очень специфический опыт. Он пригодится на гражданке, это безусловно. На равнине поступивший сигнал о приближении опасности означает, что расчетам незамедлительно нужно выдвинуться в назначенный район. Машина! Повеста! Здесь специальная транспортно-заряжающая машина устанавливает контейнеры с ракетами на боевую единицу. Норматив сдан на оценку отлично, всего 4 минуты. Тактика специальном учении задействовали более 30 боевых машин и 6 десятков военнослужащих. Тяжело в учении, легко в бою. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.